Так, приветствую всех онлайн-зрителей. У меня тут небольшая заминочка с камерой получилась, но всего нам несколько секунд, так что я думаю, это простительно. Итак, сегодня начинаем обсуждение текущей недели. Вчера мероприятия не было из-за того, что немножко задержался в командировке. Вот, сегодня обсудим квадраты на текущую неделю. То есть все уже, в принципе, размечено, успел посчитать. Так что до пятницы уже все цифры у вас, начиная с сегодняшнего дня, будут предоставлены. Для вновь прибывших, тех, кто первый раз смотрят аналитику, будет достаточно много новых построений графических. Не нужно этого пугаться, потому что я все сохраню в ссылку, и вы сможете скачать и увидеть все именно вот так же, как у меня это сейчас на экране представлено. У вас вот здесь внизу появится раздел «Аналитика от Ершова» среди выбора профиля, или вот здесь можно будет выбрать. Тоже профили аналитика от Ершова. И ни одной линии ничего самостоятельно строить будет не нужно, это за вас машина сделает. Причем захотите вернуться к своим стандартным настройкам, выберите обратно настройки по умолчанию и вернетесь к стандартным настройкам. Немножко отличается подход от классического, потому что мы выходим в плоскость цена и время. И рассматриваем не только куда цена может прийти, но и когда она туда может прийти. Вот просто добавляем еще одну степень свободы к вычислениям. Ну, те, кто уже хотя бы пару раз были, уже, я думаю, общую идею знают. Поэтому, я думаю, здесь дополнительные комментарии излишни. Вот, сейчас я тогда с экрана исчезаю, чтобы не загораживать лишнее пространство на графике. И уже приступим к обсуждению. На всякий случай напомню, что... Если у вас есть какое-то свое личное мнение насчет рынка, вы хотите им поделиться, то если оно аргументированно основывается на какой-то методике анализа рынка или на каких-то фундаментальных фактах, пожалуйста, пишите в чат, я всегда был за диалог. Вот. И уже сложилась традиция, то есть если совершили какие-то сделки, получили какой-то результат, вы готовы им поделиться, то пишите в чат. И обязательно пишем это в пунктах, потому что депозиты у всех разные и результат в долларах особо смысла не несет. А в пунктах каждый может прикинуть именно результат на свой депозит в зависимости от своего личного money management. Ну, теперь переходим уже к графику. Так. Вижу, в чате у нас все хорошо. Со связью тоже. Так, всем еще раз доброе утро. Спрашивают, как здоровье, Егор. Да, в целом все хорошо. Единственное, очень вымотал перелет. В дороге был больше суток без сна, поэтому приехал уже практически никакой. Так. Евгений задает вопрос. Алексей, 38 попугаев настроен только на 500 долларов или при 100 может работать? Но я уже говорил, что я делаю небольшое снисхождение. То есть я сегодня именно не успел из-за того, что мне пришлось в офисе все квадраты считать буквально перед самой аналитикой, поэтому я не успел изменения внести. Вот. А в завтрашней аналитике, в раздаточном материале у вас будет присутствовать демо-версия 38 попугаев, которая будет работать всю эту неделю и еще до 11 сентября включительно. То есть у вас будет неделя и еще 3 рабочих дня на то, чтобы потестировать индикатор, посмотреть, нравится он вам или не нравится. Потому что я всегда был сторонником того, что особенно если это касается каких-то механических систем, можно тысячу раз рассказывать, какой там он хороший, замечательный, но пока своими глазами не увидишь, все равно какая-то доля сомнения будет оставаться. Поэтому личный опыт, он лучше любых утверждений, любых доказательств там, и так далее. Именно поэтому я как раз и делаю демо-версию, которая работает первую неделю, ну там плюс-минус, первую неделю месяца. Так что завтра возьмете раздаточный материал, можете на демке погонять. У нее единственное ограничение, она работает только на MetaTrader от AlphaRing.
То есть у других брокеров он будет проверять, из нашего вы профсоюза или нет. Вот. И если из нашего, то работать будет. Если нет, то работать не будет, соответственно. Так, Анатолий задает вопрос, заслуживает ли внимания Ганнер 24, да, если вы серьезно будете заниматься углами, то заслуживает, бесспорно. Так. Ну, вроде все. Так, Ольга пишет, не смогла посмотреть клубный день по методам Ганна, будет ли выложен на Ютубе, да, он, собственно, уже выложен. Сейчас я даже ссылку вам кину, те, кто не смотрели, вот здесь все уже выложено, фактически на следующий день после его проведения, так что вот держите ссылку. Забирать. Единственное, видите, она не вся синяя, то есть скопируйте сами из чата и потом перенесите в браузер и спокойно посмотрите, там почти 2 часа. Ну, естественно, все изложить в принципе не получилось за такой короткий срок, но, по крайней мере, уже общее понимание самой структуры этого инструмента, как он строится, почему он вообще должен работать, вот, какие... По сути, математический принцип он в себе умещает и отображает. Вот это все там уже по косточкам разобрано. Так. Так, еще вижу. Ганна Лист Про. Также можно строить углы, квадраты, свинги. Про нее только слышал, но именно самому пользоваться не доводилось. Так, сегодня у нас из новостей каких-то крупных с тремя восклицательными знаками я не вижу. Поэтому сегодня будем относительно спокойно торговать. Еще, если не ошибаюсь, у нас сегодня 30 августа, вторник. Вот, а какие-то более серьезные новости будут у нас только завтра, в среду, там по Германии. Изменение числа безработных и уровень безработицы, значит, будет влиять на евро. Базовый индекс потребительских цен по Евросоюзу. Ну и, собственно говоря, все. Ну и в конце недели non-farm payrolls. Он, конечно, уже далеко не так сильно влияет на рынок, как когда-то. Но колебания где-то в рамках пунктов 50 он может краткосрочно сделать. Поэтому... Внимание на него пока что еще обращаем. Так, ну теперь давайте к технике переходить. Начинаем мы, как всегда, с индекса доллара. Ситуация, по большому счету, радикально никак не менялась фактически с мая месяца. Вот он как зашел в диапазон между любимыми углами, так и продолжает ходить от верхней грани к нижней, да, то есть от одного угла к другому. И вот сейчас он недавно отбился от 93.97 и сейчас идет наверх и, скорее всего, где-то в районе там 96.65 или там чуть-чуть не доходя до него. У него промежуток, кстати, надо продлить на всякий случай. То есть вот в какой-то из заштрихованных областей он, скорее всего, снова остановится. Но так как сейчас идет наверх, то мы, скорее всего, увидим что-нибудь типа такого, что он вырастет. И потом снова откатится, снова пойдет назад. Причем это может быть не так быстро, вот как я нарисовал, да, а он может, например, затянуть этот процесс подольше, вот, например, вот так. И потом оттуда пойти вниз. Ну вот что-то вот подобного плана мы будем наблюдать в ближайшем будущем. Ну плюс никто не исключает новости, потому что я повторюсь, что любой технический метод анализа – это вещь достаточно хорошая, если он полностью... аргументирован и проверен уже на истории и статистически доказан, что он работает, но фундамент он все равно как бы на порядок важнее, потому что он работает с первоисточниками, то есть с неискаженными данными, поэтому им ни в коем случае пренебрегать нельзя. Так, вижу, уже первые мнения в чате появились. В пятницу бабушка Елен сперва заявила, что ФРС поднимет ставку в этом году. В заключении своего выступления она резко поменяла риторику с ястребиной на голубиную и заявила, что ФРС может и понизить ставку, и даже включить печатный станок, если данные экономики США будут плохими. Реакция рынка была незамедлительная на ее слова. Но они уже
достаточно часто подобными вещами пользуются, поэтому, в принципе, это неудивительно. Посмотрим именно, как они дальше свои сказки будут рассказывать уже до тех пор, пока не будет факт новости по изменению или оставлению без изменений процентной ставки. Это как раз начало сентября будет, если я не ошибаюсь. Так что уже совсем-совсем не за горами. Так, еще вижу сообщение от Михаила. Потом выступали все представители ФРС и практически в один голос заявили, что в этом году будет повышение ставки, что интересно не поддержки голубиную риторию бабушки Елен, заявив, что нет необходимости вести политику смягчения, доллар после этого начал расти. Так. Все, других сообщений пока нет. Напоминаю, если кто-то еще хочет высказаться, то обязательно пишите в чат, потому что вот перед тем, как я уезжал в отпуск, у нас уже такие очень активные дебаты были на тему рынка. Я надеюсь, у нас сегодня будет точно так же и в дальнейшем будет поддерживаться на таком же уровне, потому что это и вам будет интереснее, и мне в том числе. Так, теперь переходим на более маленькие колебания. Так, сейчас где старая модель, где новая, чтобы не перепутать. Так, вот это старая. Она нам сейчас особо сильно не нужна, даже несмотря на то, что она уже существует достаточно давно, цена отстала от времени, еще и периодически синхронность сохраняется. Но это я просто для справки оставил, чтобы те, кто только недавно подключились, могли полистать разметку вот еще тогда, когда она только начиналась. Так. Вот, здесь, возможно, тоже скоро будем менять, но вот пока что здесь получаются значительно более точные остановки по расчетным ценам. Вот, сейчас пробежала через один уровень наверх, начинает затормаживаться. Вот, ну, это, в принципе, вполне нормальная для нее отработка, такая штатная. Вот, сейчас у нас был дивер, да, вот он на попугаях. Вот, и сейчас слегка приостановился, то есть он может немножко откатиться назад, так сказать, для разгона, протестить расчетный уровень 95.54 и потом снова рвануть наверх, пощупать, пустят ли его дальше кверху, где его будет ждать как раз 96.65, это расчетный уровень на аналогичной модели, но по дням. И тогда в этом случае, как видите, у нас снова начинается отставание цены от времени. То есть время ушло вперед, цена отстает. Единственный вариант, чтобы эта модель осталась в рабочем состоянии. То есть у нас завтра снова вторника быть не может. Да? Поэтому единственный вариант, цена должна ускориться, то есть она должна развернуться и пойти дальше, для того, чтобы модель осталась актуальной. Если же нет, то после того, как мы увидим какую-то вот такую вот штуковину, допустим, к примеру, если вот что-то подобное будет, то у нас снова будет 1, 2, 3, 4 точки, да, и, соответственно, новая начальная вибрация и новая модель. Придется считать заново. Ну, пока что еще этого нет. То есть я общие черты пока обозначил, так же, как это в свое время вот здесь было, да. Возможно, в сентябре будем считать что-то по-другому. Ну, по идее, за сотню вряд ли американцы индекс доллара пустят, потому что им самим тошно будет, потому что у них с экспортом уже и так не очень хорошо дела обстоят из-за того, что доллар достаточно сильный на данный момент. Ну, посмотрим, как они будут себя вести, потому что они байки рассказывать любят. Вот. В дальнейшем, я думаю, после уже объявления процентной ставки все станет на свои места, все станет более понятно. Так, спускаемся еще ниже, то есть на том же таймфрейме, но на более маленькие вибрации, которые будут интересны вот с сегодняшнего дня до пятницы включительно, в понедельник они будут абсолютно не иметь никакого для нас значения. Так, но я почему-то не все рисовал цифры. Так, а почему я их все не нарисовал? Так, должно быть еще 1.8. Ну-ка. Так, 1.8. 2
14. И 29.20. Тогда не успел все перенести. Ну, в целом получается здесь пока что ошиблись всего лишь на одну свечку. Но напоминаю, у нас допустимая погрешность 2 свечи по статистике, так что пока что очень даже ничего. На эту неделю у нас остается расчетных два важных времени. Это 31 в 2, 1 в 8, 2 в 14. Из ценовых значений, то есть ближайшие, куда она может сходить, это либо 95.97, либо 96.41, откуда скорее всего будет откат. Вот. Если будет корректироваться перед еще одним движением наверх, то у нас есть рядом два уровня, это 95.41 и 95.19. Ну, теперь у вас эти цифры будут, когда в раздаточный материал их закину, так что, я думаю, каждый сможет посмотреть самостоятельно. Когда мы уже увидим отбои от каких-нибудь из них, мы сможем уже выделить их как более важные, я обычно их более жирными делаю, для того, чтобы глаза бросались, тогда будет значительно проще. Так, вижу еще сообщение от Павла. Уже с утра в пятницу видел, что тянуть цену для падения и после в покупку в итоге на новостях забрал утром, на новостях по золоту взял суммарно $16 роста. Ну, очень хороший результат. Мои поздравления. Сейчас еще, когда до золота дойдем, можно будет к этому примеру сделок вернуться. Благодарим за сообщение. Так, теперь на основании того, что обсудили, посмотрим, как это может отразиться на дальнейших движениях основных валютных пар. Вот уже скоро, буквально момент истины все-таки наступит, евро скажет, куда же оно все-таки собралось двигаться дальше. Если примерно прикидывать по времени, это где-то до 8 сентября уже у него не будет выбора, кроме как пересечь какое-нибудь из значений углов, то есть или основного, или реверсивного, то наверняка будет уже дневной сигнал, которого мы уже не видели, начиная фактически с 28 июля, да, с середины лета. Вот. Причем сигнал был такой особо не очень сильный. Ну, спустимся немножко пониже. Так. Еще вижу сообщение. Покажите сохраненный шаблон угла Ганзилы. Так, сейчас, если еврик сохранился, сейчас покажу. Так, квадраты. Сейчас, если быстро не найду, то можете мне потом в личку написать, я вам отправлю именно с почты. Потому что считалось достаточно давно. Сейчас могу сразу найти. Так, нет, не то. Не, сейчас не хочу возиться, потому что так слета что-то не могу найти в папке. Вот, давайте вы мне на почту напишите, вот alexey.ershov@alpari.org, вот, а я вам тогда скину разметки по времени и по цене. Потому что где-то они точно были, надо просто на винте полазить, посмотреть, где именно лежат. Давайте на всякий случай напишу вам сейчас почту в чат и как раз скину туда в ответ. Так, спускаемся ниже на более маленький таймфрейм. То есть у нас как раз модель сейчас уже прикажет долго жить, по большому счету, потому что нам нужен, по сути, еще один максимум для того, чтобы уже определить скорость дальнейшего падения. Можно было бы, конечно, прямо по вот этой нарисовать, по сути, вот так вот. Ну,
Это будет в дальнейшем просто не особо удобно. Хотя, в принципе, сейчас можно будет оставить. Из-за того, что очень маленькая скорость, мы потом очень долго будем этой моделью пользоваться, когда рынок уже пойдет совсем в другую сторону. Так что лучше подождать пока что. Какие были сигналы за вот то время, пока меня не было? Интересно, кто забирал, кто не забирал. То есть вот здесь, получается, было один сигнал, здесь был другой сигнал. Вот тут вот, по сути, один был, ну, не самый прибыльный, скорее всего, тут или без убыток, или убыток поймали, да, потом переставили сюда, пошла вниз, вот это было движение, здесь осциллятор сказал, что ребята, пора отсюда уходить, потом угол перенесли вот сюда, стали ждать, когда пробьет вверх или вниз, вот здесь пошел наверх, но я думаю, против дивера входить вряд ли у кого-то было желание, если не ошибаюсь, тут еще новости были, да, то есть потом ставим вот так, потом пошел вниз, и вот тут еще один небольшой вариант движения где-то вот отсюда, ну, вот если до текущего значения, где-то получается пунктов 70, ну, кто отложенником работал, у того чуть побольше получается. Вот сейчас опять дивер был, дивер уже отработался, вот он, и чисто формально, вот мы углы перенесли теперь вот сюда и вот сюда, и вот он, по сути, сейчас дает последний сигнал от этой модели, если она внезапно сейчас расти не начнет. Вот, и как только эта свечка закрывается, то даже уже вот это, по сути, она закрылась за ней, то есть уже возникает сигнал на продажу. Но после такого падения обычно бывает хотя бы коррекция там в 30% от того, что было. Поэтому вот этот бы сигнал я бы сейчас пропустил, им бы не пользовался. После того, как будет откат, уже начнет полноценно сформулируется новая модель нападения, будем ей пользоваться. То есть лучше там кусочек движения пропустить, а потом забрать все остальное. Вот. Так что пока что оставляем это до завтра. Я думаю, завтра мы как раз все заново уже поразмечаем. Так, ответили на мой незаданный вопрос. Ну, получается, с упреждением что-то сказал. Ну, хорошо. Так, по евро продажа до 1.1090. Ну, вполне возможно, сейчас до квадратов дойдем, этот момент обсудим. Так. Александр пишет, по евро плюс 76 пунктов, замечательно, как раз фактически примерно столько и оценивали по сигналу. Вот, так что оставляем пока что это на завтра, уже заранее пунктиром было нарисовано, потому что мы делали, напоминаю, с вами вот с определенными допущениями, потому что цена очень долго шаталась после Брексита, когда рынок сильно расшевелился, да, вот как раз эта модель нам верой и правдой служила с 25.07 и вот до фактически 30.08, практически месяц. Причем достаточно неплохо, сейчас обращаюсь к новичкам, то есть можете посмотреть вот эти все прямоугольнички, которые выделены, это сигналы, которые можно проследить, просто переставив углы на рядом стоящий экстремум. Сначала было ускорение, потом был возврат к 1.1, потом замедление, потом возврат, ускорение, возврат, и вот потом уже его потянуло вниз. С классической точки зрения у нас уже максимум падают, минимум падают, то есть уже с классики можно сказать, что тренд пошел вниз. Но мы пока что говорим, что в данной ситуации пока что тренд наверх, но цена очень сильно отстала от времени, потому что любой тренд заканчивается тем, что время уходит вперед. Вот, и сейчас мы как раз будем наблюдать смену одной модели на другую. Так, еще вижу сообщение. Евгений пишет, в пятницу на кросс-курсе австралиец против японской иены рассчитал взлет и снял 76.69.77.12 в покупку. Так, хорошо. Единственное, мы кроссы данной аналитики именно не рассматриваем. Так, еще сообщение от Глеба. По евро плюс 25 пунктов и вчера за день нас шортил во флете суммарно 30 пунктов. Ну, получается 55 пунктов за один день
получается для интердейщиков очень-очень хороший результат. Поздравляю. Так, переходим к фунту стерлингов. Так, давайте немножко порядок наведем здесь. Вот старая модель, она нам уже не нужна. Оставляем ее чисто пунктирной, чтобы те, кто захотят на истории посмотреть, как все было, могли просто полистать, посмотреть. И здесь ситуация полностью идентична. Вот. Ну, те, кто углы переносили, здесь сделок было достаточно, да, то есть он вот здесь давал сигнал на покупку, да, потом где еще, получается, вот здесь только по нервам немножко поездил, вот, потом тут был дивер или нет, да, дивер был, то есть, возможно, кто-то на новостях попался, даже если здесь убыточная сделка была, он потом обратно все вернул, вот. Сейчас давайте перенесем, посмотрим, где именно он начал обратно возвращать, если вы тут вот стопака поймали на этой тени. Вот. Значит, сигнал был еще вот здесь. То есть, кто отложенником заходил, у того было сразу, у остальных же, кто ждал закрытия, то есть где-то вот на данный момент в районе пунктов 90 или там 80 пунктов должно быть. Причем остановился, как видите, на 1.2 фактически идеально, то есть сопротивляется до последнего. Плюс здесь еще один признак, да, вот еще дивер вот здесь. Те, кто выходили осторожно по осциллятору, прибыли получили чуть поменьше, то есть это где-то в районе 40 пунктов. И вот сейчас он закрепляется уже за 1.2, модель тоже уже умирает. Поэтому вот сейчас, ну, чисто формально для галочки углы перенесем, чтобы те, кто только недавно присоединились, следили за логикой рассуждений, да, но здесь та же ситуация, что и с евриком. Подождем завтра, чем закончится, то есть не будет ли какого-то резкого роста, потому что у нас же всегда элемент случайности присутствует. Да, если сейчас мы увидим дальнейшее падение, он закрепится за 1.2, будем рисовать новую модель, причем она, возможно, долго не проживет. Подобные примеры, я думаю, там, где же этот веер? Вот, вы уже видели, когда происходит движение с очень сильным ускорением, то в этом случае модель существует недолго. Вот. Примерно вот так это может завтра выглядеть, но пока что я рисовать не буду для того, чтобы большого нагромождения линий не было. Вот завтра нарисуем вместе. Вот. Пусть пока остается так, вот конкретно сейчас по углам сделки совершать не будем. Так, еще вижу сообщения появились в чате. Так, Михаил пишет, по фунту закрыл покупку плюс 68 пунктов, но оказалось рано вышел. На продажу поймал лося, сейчас по фунту стою на продажу пока плюс 128 пунктов. Ну вот как раз, я думаю, завтра мы придем к выводу, что скорее всего это еще только начало процесса. И потом, я думаю, ваши 128 пунктов скорее всего перерастут, раз уж вы уже стоите в сделке. Они, я думаю, как минимум раза в полтора еще увеличатся, если не больше. Так, еще сообщение от Александра, по фунту 37 пунктов прибыли, хорошо. Так, по франку стою в покупку пока плюс 122 пункта. Франк сейчас рассмотрим. Так, 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 так. Дальше вопрос не ко мне. Именно в диалоге. Так, пока пропускаю. Так, вижу, был еще вопрос. Евгений задавал вопрос. Скажите, как рассчитать эту пунктирную линию? Ну, если откроете раздаточный материал, который я вам кину в самом конце, то в этом случае достаточно просто взять, выделить какой-нибудь из вееров. То есть я переделал фибовеер разметку под наши с вами интересы, потому что ганновский веер не совсем именно в рамках того масштаба, который прорисовывается в MetaTrader 4, не совсем удобно, на мой взгляд, именно рисуется. То есть если мы будем его рисовать подобным образом, то он будет не самым хорошим примером отображения. К тому же будет еще куча дополнительных углов, будет в глазах рябить. Нам хватит только вот 1.1, 2.1 и 1.2. Вот. И
так как мы с вами углы считаем приближенно, то нам вот этого будет вполне достаточно. То есть по большому счету, если вот мы сетку Ганна рассмотрим, я вам отрисовываю только несколько элементов. Да? То есть вот, например, ну, даже вот то же самое сейчас рассмотрим, если бы я рисовал еще отдельно сетку вот здесь, вот так, то у нас бы вот это был бы как раз 1,1, и зеркальный ему был бы, соответственно, реверсивный, да, то есть вот такой вот угол. Но чтобы у нас в глазах не рябило от вот этого всего, я беру, по сути, элементы только вот этой структуры и рисую только те, которые нам нужны. Потому что если мы сейчас все это вместе на одном графике нарисуем, то будет в глазах рябить, новички еще испугаются, и некоторые перестанут ходить, потому что это будет казаться чем-то сложным. Потому что, ну, на самом деле, я думаю, те, кто хотя бы месяц-другой ходит на данное мероприятие, уже подтвердят, что, ну, в глобальном смысле ничего сложного здесь нет. Нужно только немножко привыкнуть чуть-чуть по-другому воспринимать график. То есть мы будем рассматривать его не линейно, то есть или вверх, или вниз, а вверх, или вниз, и когда. То есть мы просто добавляем дополнительную степень свободы к рассуждениям. Так, после того, как вы зайдете в свойства, нажмете ОК, попробуйте нарисовать веер Fibonacci, он будет его вот в изуродованном виде рисовать изначально так, как нам нужно, сразу. И будет подписывать 1.1, 2.1, 1.2. Поэтому рисовать будет очень-очень просто. Так, что там у нас еще появилось? Так, вижу еще сообщение от Дмитрия. Так, на фунте веер по каким точкам построен, у меня почему-то другой получился. Вот, но он построен еще до того, как я изначально уезжал в командировку. То есть изначально у нас веер был, напоминаю, другой. Когда было вот это вот ускорение, после того, как мы уже по факту определили, что старая модель не актуальна, веер был перестроен на новую вибрацию. Да? То есть изначально первая вибрация была вот эта, вот раз, два, три, четыре. Но после того, как мы вот в этот момент, вот где я перекрестие сейчас держу, после того, как мы увидели, как рынок шел на самом деле, у нас получается, мы переступили с одной вибрации на более крупную. Так, раз, два, три. И четверка у нас была уже только в самом конце. Но для построения угла нам четверка по большому счету не нужна. Поэтому было построено вот по вот этим точкам. По вот этой 19.08 в 16 часов и 15.08 в 18 часов. Так. Так. Так, 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 так. Так, что-то там смотрю, много появилось в чате сообщений. Сейчас бегло посмотрю, что нового появилось. Так, есть. Так, надо, наверное, перейти на другой чат, а то он мне все время перематывается, нормально прочитать не могу. Так. Андрей задает вопрос. Фунт изменил тренд на падающий. Ну вот. Фактически уже сейчас мы такое сказать можем, но модель для него я чисто из вредности сейчас строить не хочу, потому что, скорее всего, завтра мы ее изменим. Поэтому какой смысл сейчас делать модель с высокой скоростью, по которой вы нормально не сможете пользоваться? Потому что я вам напоминаю, что когда угол сильно задран, вот так вот, то с помощью него можно только на истории умничать будет. О том, что вот вы смотрите, оказывается, что, например, 2-3 часа назад надо было заходить. То есть, а так как у нас задача именно получать положительный результат, а не просто размечать историю, поэтому его я специально пока что не рисую. Так как у нас будет еще разметка по квадратам, а там мы все с вами нормально сможем обсудить. Так, 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 так. Так, еще сообщение насчет Марата. Ну, у него немножко свой подход, поэтому здесь, как бы, я думаю, его обсуждать смысла нет.
Это лучше спросить непосредственно у него. Так, ну дальше уже небольшое обсуждение идет, поэтому давайте пока что пойдем дальше. Это все-таки обзор, а не обсуждение других методов. Так, перешагиваем на швейцарский франк. Так, тоже посмотрим, как дела обстояли до этого. То есть вот она модель, которую мы с вами обсуждали перед тем, как я уезжал в командировку. То есть говорили, что если пересечет 1.2, то все, старый тренд закончился, и лучше от одной сделки воздержаться, потому что, скорее всего, следующие полностью себя оправдают. Ну, по сути, так и получилось. То есть вот эти углы нам уже не нужны, ничего полезного они нам уже не дадут. Вот старая разметка, тоже убираем ее, делаем пунктирной, она тоже уже не нужна. Оставляю чисто для истории, чтобы те, кто будет заниматься переносом углов в прошлое, чтобы смотреть, какие были сигналы, у вас прямоугольничками старые сделки все обозначены. Вот. А здесь у нас получается вот он, первое колебание и вот, собственно, первая вибрация получается. Поэтому поехали, размечаем заново. Я еще раз, на всякий случай, повторяюсь для тех, кто будет изучать именно литературу по углам, что это такой очень скользкий момент. Можно их считать точно. Они будут давать намного более хороший результат, но головника с построением будет намного больше. Поэтому я немножко для себя по-другому упростил задачу. То есть я углы считаю с повышенной погрешностью, то есть приблизительно. А именно для того, чтобы расчеты были более точные, цели я выставляю по квадратам 9. Поэтому углы играют роль именно определения направления и определения области, где можно что-то сделать. Или наоборот, область, где не надо ничего делать. То есть вот новая модель. Замеряем скорость движения. Так, что-то не помещается. Так, где он? Вот он. Вот так. Так, только здесь не точно чуть-чуть. Так. Так, кто рисует вместе со мной? Значит, скорость на 5 знаках после запятой 9.47. Давайте, вот это будет перенесенный 1.1. Берем его копию. Ставим знак минус. Вот прямо сейчас мы им воспользоваться не можем, потому что у нас еще нет максимума. По сути, данная модель, если бы мы с вами встречались вчера, она бы уже дала сигнал на покупку вот здесь. Но ввиду того, что у нас рядом есть уровень под Чикаго, Михаил, поправьте меня, если этот уровень изменился, так как уже прозевали момент, поэтому пока что воздержимся от входа. Кстати, вот для истории чисто был дивер, да, после чего был этот откат. То есть наша задача, что сейчас сделать? Это подождать, пока будет новый фрактал. То есть вот, допустим, если рынок больше вверх не пойдет, будет еще одна свечка вниз, и потом еще одна какая-то свечка вниз. То есть потом вот так возьмете, без меня уже, вот так вот поставите угол сюда, и будем ждать, что будет твориться дальше. Вот, так как сейчас фрактала нет, то есть нету максимума, мы и угол тоже переносить не можем, поэтому я вот эти пока пометки убираю. И через 2 часа и 5 минут, то есть это, грубо говоря, в 12 часов по Москве, загляните сюда еще разок и посмотрите, можно тут что-нибудь сделать или нет. Отдельно сейчас насчет швейцарского франка скажу, сейчас чуть-чуть отмотаю к другим инструментам. Вот, у нас была с вами разметка по дням. Не помню, кто просил посчитать любимый угол. Посмотрите, что у нас сейчас происходит. Мы стоим на одном из исторических уровнях локальных, и у нас еще 38 попугаев показывают, что импульс дневной сейчас остановится. Так что вполне возможно, что особо далеко без коррекции он не уйдет. Так что вполне возможно, что мы как раз правильно сделали, что здесь не вошли.
Может быть, он как раз сходит к 1.1, чтобы сравнять скорость. Потому что сейчас, как видите, цена вперед времени убежала. Это, в принципе, нормально, особенно когда рынок только-только начинает движение в рамках новой модели. Так, в чате пока ничего нового не написано. Так, следующее у нас будет японская иена. Так, здесь, вот тут, кстати говоря, тоже очень хорошо отработалось то, что мы с вами обсуждали еще до отъезда моего, да, то есть сначала она шла с ускорением, потом она вернулась к 1.1, достаточно долго вдоль него шла, вот, и мы с вами обсуждали, что рано или поздно она все равно идет на 1.2, и тогда уже начнется в дальнейшем рост. То есть, скорее всего, завтра мы с вами уже будем обсуждать, ну или в конце этой недели мы уже будем обсуждать новую модель для японской иены. Вот, поводов для каких-то маленьких входов было достаточно много, всех отмечать не буду. То есть, старая разметка нам вот эта уже не нужна. Вот этот угол тоже делаем пунктирным, потому что на нем каши уже тоже не сваришь. Так, только мелкий пунктир сделаем, чтобы было понятно, что это как бы уже устаревшая модель. И вот это тоже устаревшая модель. Это что ж такое? Не хочет отрисовываться нормально. Вот так. То есть вот это бывшая модель на рост, вот это бывшая модель на падение. Сейчас вот он уже фактически закрылся за 1.2, как только вот сейчас еще вверх сбегает, будем рисовать уже новую. То есть, может быть, даже тоже с повышенной начальной скоростью. Так, это ганновский, где ж... Вот. Возможно, новая модель будет вот такой вот, которая потом тоже немножко изменится. Ну, не надо пытаться угадывать. Завтра по факту все заново поразмечаем. Так... Еще вижу сообщение. Алексей, по франку на Chicago Mercantile Exchange уровень на 0.9804. Вот куда стоят контракты в покупку или продажу, пока непонятно. Так, давайте к швейцарцу вернемся. Сколько там? 98.04. Так, пусть стоят. То есть, тем более, раз так близко, не стоит входить пока что на покупку, он как раз прям вот от него и отбился. Вот как раз через 2 часа уже более-менее начнем на эту тему рассуждать, то есть не нужно вперед паровоза бежать. Так, дальше, следующий новозеландец. Новозеландец тоже сломал старую модель, то есть по углам получается, какие еще сделки были. Просто комментарий для тех, кто только недавно присоединился, да. То есть были вот малюсенькие совсем сделки на покупку, да, то есть вот здесь вот, если только не запретил осциллятор, а нет, дивер был, то есть даже это по сути не сигнал был. Так, дальше, если перенесли вот сюда, тоже ничего, если этот перенесли вот сюда, ну вот только был вот этот рост перед новостями, и то я думаю, что вряд ли многие заходили перед тем, как был вот этот вот рост в конце прошлой недели. Я думаю, большинство все-таки от него воздержалось. Потом угол был перенесен вот сюда. Новый сигнал от системы мы получили вот здесь. Но опять же, это, повторюсь, это новости. Мы просто с технической точки зрения рассматриваем. И все, новая модель. То есть сейчас было бы неплохо увидеть какой-нибудь там откат или сразу вот так и потом вниз. И тогда новый веер нарисуем. Или, например, что он сначала сходит вот так вниз, потом отсюда как-нибудь наверх и потом снова вниз. То есть вот какой-нибудь из этих двух вариантов мы увидим, и тогда построим новую модель. Пока что оставляем так, как есть. И сигналов на сегодняшний день по углам мы не получим, потому что старая модель уже не актуальна. Испытывать судьбу насчет того, точно она будет оставаться некоторое время или нет, мы не будем. Поэтому я ее делаю пунктирной. Предыдущую, кстати, почему-то забыл пунктирной сделать. А завтра, если у нас данных будет достаточно, я так понял, будет как раз день разметки новых углов.
Так, вижу сообщение еще. По иене стою в покупку с уровня 100, пока 220 пунктов. Вот, ну вот как раз мы еще вчера на клубном дне, когда уже онлайн разошелся, те, кто очно пришли, еще эту тему с иеной обсуждали. Вот, есть те, кто тоже заходил вот этот на самом дне по иене, как раз тоже планируют держать подольше, чтобы побольше прибыли собрать. Так, еще сообщение от Александра. Новозеландец минус 9, не успел выскочить в пятницу. Ну, там достаточно быстро рынок двигался, так что не страшно, что-то такое случается. Я думаю, в дальнейшем достаточно легко отобьете. Так, канадец. Канадец, ну, вот пытался разрушить модель, но успел вернуться. Небольшое запущение мы себе подобного типа позволяем сделать. Какие сигналы были за то время, пока меня не было, да, то есть вот здесь, потом он вернулся на 1.1, вот этот, но здесь, скорее всего, если даже заходили, скорее всего, был убыток, потому что это только для скальперов, быстро среагировать на это можно было, вот здесь вот. Тоже был один сигнал на вход. Этот, скорее всего, закрылся без убытки. Потом, получается, переносили вот так. Здесь никакого сигнала не было. Здесь пошел наверх немножко. Вот здесь. Потом, соответственно, вот так. И уже думали, что больше никаких движений не будет. Но он потом все равно дернулся вверх. Так как он фактически догнал 1.1, то... можно сделать допущение, что он пока что работает в рамках старой модели. Сейчас посмотрим на следующем примере, насколько четко он будет отрабатываться. То есть одну сделку пропустим, вот, которая по сути сейчас только что образовалась. Да, если он будет нормально себя вести вдоль этих углов, то пока что можно оставить старую разметку. Если же нет, придется ее удалить и тоже ждать, пока что-то новое появится. Так, еще сообщение по канадцу. Стою с уровня по Chicago Mercantile Exchange 1.2821, пока 215 пунктов. Ну, прекрасный результат, то есть фактически с самого донышка. Здесь вам уже бояться нечего, вы практически уже в танке сидите, остается дальше дожимать, сколько она будет двигаться и все. Так, австралиец испытывал на прочность нашу модель до 26 числа 17 часов, то есть на прошлой неделе, но потом резкое ускорение, вернулся к начальной скорости, сейчас убежал вперед, и цена сейчас опережает время, так как, смотрю, у нас у самих по времени не так много минут осталось, поэтому все предыдущие сигналы не размечу, я думаю, это сможете сделать уже сами по аналогии с предыдущими примерами, то есть вот минимум на него перелазит реверс и здесь максимум. Вот, скорее всего, какие-то телодвижения он будет уже делать до 31 числа 11 часов, это мы еще успеем обсудить завтра. Ну а так, по сути, пробивает вниз, пойдем вниз, пробивает вверх, пойдем вверх, но не так далеко, то есть потенциал где-то на 24 пункта, если пойдет вверх, и потенциал где-то в районе 70 пунктов, если пойдет вниз. Более точно, опять же, повторюсь, когда дойдем до квадратов. Михаил пишет, по австралийцу стою на продажу, пока 56 пунктов, уже в безубытке, ну, по сути, уже ничем не рискуйте. Алексей, поясните, пожалуйста, почему мы берем максимум от 16.08, а не от 10.08 при построении веера на австралийце. Так, да, здесь все, в принципе, достаточно просто. То есть, по большому счету, если бы мы строили все изначально, так, где он? Вот у нас начальное колебание было. И первая разметка уже приказала долго жить. Потом, соответственно, отсюда была вторая, которая вот здесь тоже приказала долго жить. И потом уже только после этого началась третья, которую я и нарисовал.
То есть у нас было две краткосрочных модели, которые буквально там по одной, по два сигнала давали. Но так как было слишком много награбождения линий, я их просто не нарисовал. То есть изначально можно было бы нарисовать от 10 числа, вы абсолютно правильно сказали. Вот, но просто эти модели уже не актуальны, я их просто с графика убрал. А ваши рассуждения абсолютно верны, здесь как бы абсолютно ни к чему не придерешься. Так, Екатерина, нефть, золото, серебро рассмотрим. Да, я думаю, рассмотрим. В крайнем случае я попрошу, чтобы нам минут 10 добавили к эфиру. И все успеем. Просто, видите, некоторые дополнительные построения делать приходится, поэтому чуть-чуть больше, чем обычно времени потратим. Но вот как раз, может быть, сейчас еще будет сигнал, по крайней мере, по углам на австралийцы можно будет зайти. Так, первая часть закончилась, переходим к квадратам. Еврик уже первое время на сегодня, не на сегодня, а на эту неделю, это 29-е в 21.20. По сути, цена по времени, по цене остановилась, откатилась назад на один уровень. Если пробьет этот уровень, у него будет еще возможность упасть до 1.11.327. Это где-то 29 пунктов или больше, но так как получается он на промежуточной цели остановился, поэтому жадничать не будем. Значит, если пробивает, у него потенциал входа либо 28 пунктов, либо 74 пункта, но обязательно давайте я его выделю пожирнее, таким вот более ярко выраженным графически. И не забывайте про третье касание, потому что очень часто с третьим касанием отскакивает назад. Так, дальше, на 15 минутках, на сегодня важные времена, 12.15, 16.15 и 20.15 расчетные. Вот, сейчас тоже показывает, что, скорее всего, попытается сходить вниз. Вот у нас ближайший уровень, от которого можно начинать что-то думать, ну, за исключением тех, кто входит на более рискованных позициях. То есть пробьет 1.11.655, у него будет две цели, 1.11.506 и 1.11.317. Следующий фунт стерлингов. Здесь пока что четко на каких-то уровнях он не обозначался. Фактически с 29 числа с утра он не мог преодолеть ни 1.31.267, ни 1.30.518, поэтому давайте выделим их как на данный момент более важные значения по сравнению с остальными, вот так. И в дальнейшем после пробития одного из них будем просто банально делать импульсное присоединение по тенденции. Угадывать, в какую сторону, не стоит, конечно, более вероятно, исходя вот из того, что мы здесь смотрели, что более вероятно, что он дальше пойдет вниз, но так как угадыванием мы с вами не занимаемся, то проще именно по факту зайти. Так. Дальше Владимир пишет, на белом фоне график разве неудобнее рассматривать? Ну, я изначально привык при стандартной графической разметке работать, плюс ко всему часто считаю вечером, поэтому как бы яркое освещение немножко мне непривычно. Вот, но если как бы в дальнейшем будет много пожеланий, то если пару вечеров убить, можно заново все разметить. Просто самое напряжное в том, что много линий желтого цвета, и их каждую в отдельности придется менять на другой цвет. Поэтому как бы головной боли с этим будет достаточно много. Так, еще сообщение. Так, евро, нижняя граница 1.10. Так, давайте сразу отметим. У меня где-то здесь было, вот, да, 1.10 стоит. Здесь не помню. Так, вот старое значение, не увидел, спасибо. Так, надо написать, что это Chicago Mercantile Exchange и 1.10. Спасибо, Михаил. Так, фунтик на часах посмотрели, на 15 минут. Как сейчас, как видите, потенциальная точка разворота по цене и по времени, поэтому может откатиться локально в рамках там пары часов наверх. Куда именно, то есть буквально там в районе 17 или 20 пунктов где-то до вечера. То есть маленький-маленький откат назад, это абсолютно никак не меняет то, что мы с вами только что здесь обсудили. То есть, например, сделает как-нибудь вот так, а потом все равно пойдет вниз. Вот так.
и будет пытаться пробить. Или даже если вот так сделает, потом все равно будет стараться сходить вниз. То есть здесь речь о среднесрочных движениях, на 15 минутках речь идет о краткосрочных движениях, так что они друг другу абсолютно не противоречат. Следующий швейцарский франк. Так, здесь такая вот достаточно большая дивергенция, которая тоже подтверждает тот факт, что швейцарец особенно далеко вверх не убежит, по крайней мере без коррекции. Поэтому вполне возможно, что мы его скоро увидим на 0.9765. Это где-то в районе еще 24 пунктов вниз или даже на 97.351. Это тогда будет 57 пунктов, но у него время еще до 2 часов ночи завтрашнего дня подумать. Так, дальше. Да, как раз подтверждаю, когда работаешь с несколькими мониторами, еще везде белый фон, то смотреть практически невозможно. Вот, я вообще не очень люблю яркий свет, поэтому я больше предпочитаю именно вот классическую метатрейдеровскую разметку. В этом плане Михаил с вами полностью солидарен. Так, еще сообщение. Так, по Chicago Mercantile Exchange значение 1.11.227, 1.10.617 и 1.10.047. Ну, давайте поставим. Так, сейчас. Так, это иена, швейцарский франк, давайте вернемся. Так. Так, что-то тут не те немножко цены. Я так понимаю, было про фунт или про еврика. Так, судя по ценам, больше про еврика. Давайте сейчас более тонким пунктиром, так как больше линий обозначим. Значит, 1.11.227. Вот, ну, кстати говоря, очень близко к расчетному значению. Так, следующий еще 10.617. Давайте тоже поставим. Так, тоже мелкий пунктир. Так, чуть-чуть ниже. И еще. Еще один. Так, вот туда. Chicago Mercantile Exchange. И вот сюда. Так, здесь фактически на том значении, где и трубка. Так, хорошо. Так, возвращаемся к тому, что обсуждали. Так, швейцарца посмотрели. Теперь японская иена, было резкое движение, откатилась назад, остановилась по сути по времени и по цене. Один из таких самых привлекательных для нас вариантов разворота. Сейчас идет наверх. По сути, как только обновляет максимум, у нее открываются
несколько целей. Одна из них для нас абсолютно бесполезна, это 102-529, потому что она не выдерживает никакой критики со стороны риск-менеджмента, да, а вот еще две других нормально, то есть это 103-02 и 103-676. Они у вас тоже все перед глазами будут, поэтому сильно акцентировать внимание на этом не буду. Следующий — это австралийский доллар. Вот этот уровень для нас будет максимально важен. Это 0.75406. Давайте выделим его как очень важный. Вот так. Если вернемся к модели по углам, то, что мы с вами обсуждали, очень вероятно дальнейшее движение вниз. Как раз вот если он его пробивает и не останавливается, у вас будет две цели. Первая цель — это 75-121 и 74-693. То есть это либо 28 пунктов, либо 70 пунктов. Поэтому очень даже неплохое движение, особенно для тех, кто торгует внутри дня. Так, опять походу австралиец убежал. Ненавижу, когда такое делается. Так, дальше. Новозеландец. Опять же, вспоминаем, как это было на старой разметке, да, то есть здесь ждем новую модель вниз. Если посмотреть на квадраты, но ситуация аналогична, то есть до этого останавливался идеально на расчетном уровне, поэтому этот уровень делаем более важным. Если его пробивает, открываются новые цели, это 1, то есть 0.71771 вот этот и 0.71297. То есть в потенциале это либо 30 пунктов, либо 80 пунктов. Причем есть еще альтернативный вариант, что он может сначала еще дернуться где-то до вечера сегодняшнего дня наверх и после 21.00 пойти вниз. Вот если он это сделает, то потенциальная прибыль уже будет побольше. Либо 90, либо 140 пунктов. Это, конечно, более привлекательно. На всякий случай туда можно до завтрашнего утра sell limit поставить. Просто пусть стоит. Если сразу вниз пойдет, но удалить он как бы есть не просит в этом плане. Следующий инструмент, который рассматриваем, это канадец. Его мы тоже сегодня обсуждали, что пока что модель сохраняется, смотрим, как она себя будет вести. Как раз с квадратами будет работать проще, так как движение идет наверх. Вот этот уровень станет сигналом для того, чтобы присоединяться дальше по тенденции. До этого он ровно на нем останавливался вчера, как раз на расчетном значении, там в погрешности там доли пункта. Если сейчас за него заходит, закрепляется, цели, как всегда, две. Это 1.30971 и 1.31681. То есть первый вариант, мы либо забираем 52 пункта, если он пробивает слет и идет дальше, то мы тоже вместе с ним идем дальше где-то на 120 пунктов. А если здесь происходит какая-то заминка, ложный пробой или свечная конфигурация какая-нибудь, мяться начинает цена на месте, да, топтаться, то забираем прибыль и уходим. Тут как бы ничего страшного нет. Следующее — золото. Так, золото на днях. То есть здесь четкого разворота на 24 число мы не увидели. Пока что просто, получается, рынок притормозился в своем падении. Я думаю, что скорее всего, основной движняк начнется уже после того, как объявят процентную ставку, потому что как раз тогда инвесторы поймут, стоит ли оставлять средства в долларах или можно часть средств для диверсификации инвестировать в ценные металлы, в том числе и в золото. Вот. Но пока что общая тенденция сохраняется, то есть в рамках текущей модели цена идет с небольшим отставанием от времени, и если сейчас пойдет выравнивание скоростей, то есть цена пойдет догонять время, то ей вот отсюда как минимум
где-то в район 1447 идти при возможной остановке на 1385. Ну, здесь уже, я думаю, все-таки мы обсуждать рост золота будем с вами именно ближе к концу недели, когда у нас уже сентябрь наступит. Если спустимся немножко пониже на более маленькие таймфреймы, то здесь еще какие-то небольшие дергания вниз возможны. И очень важным уровнем вот в рамках сегодняшнего и завтрашнего дня будет вот этот. Это 1317-679. Почему? Потому что он дважды уже на нем останавливался. Этот пример, я думаю, вы уже много раз видели. Когда цена с третьего раза не пробивает расчетный уровень, она как минимум откатывается до предыдущего. То есть, а до предыдущего здесь расстояние достаточно неслабое. Да? То есть это где-то 639,7 пункта по шкале метатрейдера. Поэтому, кто именно интрадей торговлей занимается, здесь немножко укусить будет можно. А так, времена у него еще завтра на 2 часа ночи, то есть те, кто спать не будет, могут контролировать уже завтра, по факту обсудим этот момент. И получается, день знаний у нас в 8 утра и 2 числа в 14 часов. Так, теперь, если есть любители поторговать внутри часа, это 15-минутки, я особо много им обычно времени не уделяю, потому что, на мой взгляд, золото все-таки интересно в среднесрок и в долгосрок торговать, но, по сути, вот может произойти остановка прямо сейчас, в ближайшие 30 минут, 38 минут, если быть точным. Вот. Если ее не произойдет, то как раз начнет отрабатываться та модель, которую мы вот здесь рассматривали, что он сходит до ближайшего уровня, а вот там уже что будет происходить, то есть либо мы видим образование фрактала, и тогда она уходит обратно на предыдущий уровень, если же он пробивает, то мы с вами рассчитывали, что в рамках дневного движения он вполне может откатиться в промежуток между 1300 и 1304. Но оттуда уже, скорее всего, начнут крупные игроки заходить, крупные участники рынка. Поэтому оттуда, скорее всего, рынок уже достаточно быстро побежит в обратную сторону. Потому что в глобальном смысле золото никогда не дешевеет. Дорожает или дешевеет валюта, в рамках которого оно измеряется. А из-за того, что потребность в золоте растет значительно быстрее, чем скорость его добычи, поэтому оно всегда будет становиться более ценным металлом, чем оно было ранее. Поэтому в итоге мы рост золота все равно увидим, это просто вопрос времени. Так, нефть. Сюда даже не заглядывал в последнее время. Так, то есть за последнее время углов мы не переносили. Здесь получается вот маленький, крошечный, микроскопический минимум он делал, но по сути это уже подгонка будет. Поэтому подождем, как будут развиваться события дальше. Если он пробьет вот эту линию пунктирную, да, то это будет пробитие реверсивного угла. И тогда это будет сделка по тренду. И, возможно, тогда это продолжит движение на рост. Потому что вот модель для роста нефти мы с вами считали еще только в начале года. Ну и пока поводов в ней сомневаться у нас с вами нету. Так, что еще? Так, вижу, еще там сообщения в чате есть. Так, ну это пока что диалог между участниками, так что пока что сюда не вмешиваюсь. Так, серебро в пятницу забрал 35 пунктов, сейчас до него дойдем. Так, рубль, ничего интересного. Единственное, интересно может стать послезавтра, потому что у нас сегодня возник уровень по времени. Так как у нас погрешность в две свечи, то у нас вот сегодня вторник, значит, должен пройти вторник, среда и четверг, то есть только в пятницу мы к этому вопросу вернемся. Следующий швейцарский франк на днях, еще раз повторяю, осциллятор показывает высокую вероятность остановки вот этого вот импульса. Возможно, она отойдет на коррекцию цена на швейцарском франке. Так, аргентум по дням
был пробит, перенесен на 1.1, цена отошла назад, остановилась на расчетном значении 18.686. Если я не ошибаюсь, нам как раз Михаил давал данные по Чикаго, и там примерно то же самое значение было, то есть там 18.5 было, а у нас расчетная 18.686. Ну, не так уж много расхождения, особенно если учитывать, что это расчет по дням. Вот, сейчас отсюда уже, скорее всего, начнется дальнейший рост. Самое главное увидеть как бы его подтверждение. Так, вижу, сместилось значение по серебру на 18.20. Давайте поменяем сразу вместе. Спасибо за уточнение информации. На лишнее никогда в этом плане не бывает. Так, серебро забрал 35 пунктов, это уже осмотрел. Так, еще от сообщения от Марата. В пятницу по серебру 40 пунктов, половину забрал, хорошо. И верхняя граница 20 ровно. Так, давайте тоже обозначим. То, что у нас, я вижу, любителей серебра стало за последние где-то полгода побольше. Поэтому тоже пусть будет наверху. Кстати говоря, расчетное значение 19.940. Разница тоже очень маленькая. Так, ну и последняя у нас японка. Значит, модель скоро, да не скоро, она по сути уже приказала долго жить. Вот, любимый угол останется актуальным чуть-чуть больше времени. То есть сейчас в росте у нее цель будет 102.801, после чего, как только у нас начальная вибрация полностью проявится, уже более явно станет заметно, нам по сути нужен всего лишь один максимум для ее отрисовки. То есть вот что-нибудь мы такое вот увидим с вами, и вот она уже будет. То есть вот она. То есть кто-то это называет трендообразующий импульс, кто-то называет началом первой волны. Мы с вами пользуемся термином начальная вибрация, да, которая как раз несет в себе информацию об амплитуде и частоте дальнейших колебаний, которые будет нести в себе рынок. Ну, пока что ее еще нет, поэтому давайте как бы основные точки обозначим. Как мы это обычно с вами делаем. То есть вот раз, вот два и вот три. Четвертой пока нет. Вот, собственно говоря, и все. Так, вот как раз пояснение насчет новых значений по Чикаго. В пятницу была экспирация по серебру и золоту, сейчас уже новые уровни на октябрьские контракты. Благодарим еще раз, Михаил. Так, ну, по сути говоря, все. Сейчас мы немножко с вами и так задержались. Давайте я сейчас сделаю вам новый раздаточный материал. И на сегодня будет уже все. Так, все. Файлы сохранены. Сейчас буквально мне пара минут нужна, чтобы я все в облако закинул, вы могли скачать. Называю, как всегда, стандартно, будет архив 30.08.2016. На всякий случай, как всегда, инструкцию по установке и дневник трейдера кидаю. Так, примерно 600 килобайт это все занимает. Для тех, кто вчера на
клубный день не попал по нейронным сетям по какой-то причине, я на Ютубе выложу примерно через час-два. Ну, может быть, три, смотря как долго будет загружаться. Потому что вчера достаточно много людей было как очно, так и онлайн, но все равно письма на почту получил, что получили не все. Так что повтор в любом случае сможете посмотреть, кому тема эта интересна. Потому что также были высказаны предложения, чтобы в дальнейшем рассмотреть более подробно эту тему. Поэтому, кому интересно, если что, можете на почту написать мнение на эту, по этому вопросу. Так, значит, вот держите ссылку на раздаточный материал. ВКонтакте я тоже в ближайший час это выложу. Те, кто смотрят в повторе, вот вам новая раздатка. Сейчас поставите видео на паузу и придется вручную вбивать. Вот у меня на этом все. Немножко задержались из-за того, что дополнительные построения делали. Но я думаю, в данной ситуации нам с вами это простительно. Значит, встречаемся завтра точно так же в 9:15 по Москве. Всем желаю удачной торговли и попутного тренда. Надеюсь, завтра тоже увижу в чате много сообщений о положительных сделках. И чтобы у нас также активно продолжался диалог в процессе аналитики. Всем до свидания. С вами был Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании «Пари». До свидания.